Добрый вечер, дорогие Петровичи и Петровны. Сегодня будьте аккуратнее, ведите себя прилично, поскольку вас снимает видеокамера, все это выкладывается напрямую в интернет. Поэтому просьба по столам не прыгать, а то потом всю жизнь будете оправдываться. А группа Мистер Твистер начинает свое неимоверное выступление. Общий вечер рок-н-ролла объявляется открытым. И в душе потертая джинсовка, и я влюблен в свой старый рок-н-ролл. Меня не слит газетная подборка, вижу, что мой дедом он пошел. Меня не слит газетная подборка, вижу, что мой дедом он пошел. Спешите же, друзья, рано-либо запомните.
Но, дорогие друзья, на самом деле никто ничего не снимает, поэтому расслабьтесь. Я ужинаю в Петровиче, дома не жди. Ну а теперь пришло время спокойных лирических песен. Мелодия под названием «Московские ночи» будет, наверное, в самый раз. Провожаю сама, моя мечта.
Доктор.
гитарных струн. Давай соберемся в круг многолюд и превратимся в красный кальфон. Давай! Старенькие песни еще 80-х годов. Еще одно характерное произведение из тех лет. Называется она «В духе времени». Вообще! Плюс, и кто помнит 80-х, прекрасно вспомнит всякие там «Ласковые Майя», «Саламандру» и видеопленку. Итак, «Вообще!» Плюс! Вчера сказала, что такого, как я не дала. Вода, 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 вода.
что он такого, как я, не дождь. Thank you.
сейчас у нас небольшой, так сказать, сюрприз. Нас посетил практически Элвис Пресли. Сегодня его роли Юрий Сутковой. Да, сейчас пою красивую песню, которая называется «Can't Look For The Glove». Является межполовые отношения. Дорогие друзья, есть в зале Петровичи, которые имеют суровую профессию. Вот девушка подняла руки. Сурово. Нефтяники, да? Это очень суровая профессия в нынешние времена. Нефтяники эти самые, газовики. Ну, значит, вам посвящается следующая песня из кинофильма «Последний дюйм». Ну, кстати, но, к сожалению, все люди серьезных, суровых профессий, судя по песне, заканчивают жизнь с пулями между глазами. Но это не про нас, как я сказал Николаевичу. Итак, в простонародье песня под названием «Фугас». Thank you.
танцы танцуют. Рок-н-билли! Рок! Yeah.
Так, снова лирика. Песенка под названием «Страна нежности». Давай, танцевать, иди-ка. Иди хоть раз за мной потанцуй. Спасибо!
следующая песня посвящается всем влюбленным в этом зале. Называется она «Мы Практически в ресторане, то есть в пивном месте не подают спиртное, то грех об этом не спеть. Поэтому две песни посвящаются этой теме. Первая из них, она о великолепном вине. Drinking wine, story early!
Дорога, это шоу. Дорога, это шоу. Дорога, это шоу.
Thank you.
как Валера говорит, межполовой танец сейчас будет учить. Давайте петь горячую мелодию. Thank you.
опять окно, люди опять не спят, может, пьют вино, а может, так сидят. Может, просто рюк, и мне с ним двое. В каждом доме друг есть окно такое. Помолись, дружок, за бессонный дом. Полость зайцы и травы.
звезды Петровича Костей. Yeah.